меня такая просьба. Я знаю эстонскую натуру. Мы, когда надо что-то говорить, мы стеснительные такие. Мы думаем, что вот вдруг что-то неправильно скажу. Если вопросы возникают, не стесняйтесь спросить. Если думаешь, что, блин, я по-русски вообще ничего не умею. Ладно, запишите по-эстонски, дайте, берите какие-то бумажки, дайте эти бумажки. Мне, я не стесняюсь по-русски говорить, хоть неправильно, неправильно. Какая там хрен разница, а? Я бы мог сказать еще куча. Если хотите спросить что-то, сказать что-то, давайте, говорите. Просто цель наша. Kele kymblus. Послушать это языка. И в связи с этим просто привыкаться, что можно и поговорить свободно, без всяких проблем. Если кто-то затрудняется, другой помогает, корректирует. Ну, и когда я поехал первый раз в жизни в Финляндию, я, блин, ни одного слова по-фински не умел. После 6-й кружки пива я наступил на сцену. Там 2000 студентов финских было. Я им речь разнес. В течение 10 минут все были в восторге, аплодисменты были такие. Так что расслабьтесь, слушайте. Думайте, что вы все знаете, все понимаете. И если вопросы возникают, не стесняйтесь спросить. Так что наслаждайтесь, расслабьтесь. Товарищ профессор, продолжайте. Да. Давайте поговорим о том, почему вообще мы всерьез рассматриваем вопрос о какой-то Тартарии. Ну, никто же о ней ничего не слышит. Не может такого быть, чтобы существовала какая-то великая страна, потом она исчезла, о ней никто ничего не помнит. Я всегда говорю, ну, как пример, вот совсем недавно мы все жили в одной стране, которая называлась СССР. Кто-нибудь сейчас помнит об этой стране? Ну ладно, мы помним, кому 50 лет, кому 40, еще что-то. Но ведь у нас ни по телевизору, ни в кино об этой стране ничего не говорят. Уже целое поколение выросло, которым 25 лет, они ничего не знают об этой стране. Им когда говоришь, что нам раньше квартиры бесплатно давали, они говорят, да ну нахуй. Ну не может такого быть. Обучение бесплатное. В больницах никто ничего не платил. Они говорят, так быть не может. Как это не может? Ну мы же так прожили 70 лет, никто ни за что не платил. Вот, не верят люди, не верят. Точно так же потихонечку сошло на нет упоминания о великой стране. Но надо заметить, что Великая Тартария – это не первая страна, которая и была, и упоминания о ней исчезли практически. Потому что до Великой Тартарии существовала еще одна страна, которую страна вообще в нашем понимании, она не являлась страной. Это был мир. Мир, не разделенный на страны, на языки. Этот мир назывался Рош. Рош. Буква Р-О-Ш. Упоминания об империи Рош сохранились только в таких источниках, которые для нас источниками практически не являются. Это Библия. В Ветхом Завете сказано, что был князь Мосх. Мосх. И он правил империей Рош. И вот благодаря Библии мы знаем о том, что такая страна существовала, а о том, какой она была, мы практически ничего не знаем. В других источниках также существует упоминание об этой стране, но они только как упоминания. Там нам невозможно восстановить, как люди вообще могли жить без всякого управления, без полиции, без налоговой инспекции. Вот. И преемником империи Рош стала все-таки Великая Тартария. Это страна вполне реальная, которая существовала на всем нашем континенте. Этот континент не назывался Евразия. Он был просто Азия.
Наверное, каждый задавался вопросом вообще, почему все континенты на Земле начинаются на букву А? Америка, Африка, Австралия, Антарктида. И только Азия называется Евразия. Почему? Потому что произошло некое событие, позволившее изменить, переписать историю. Ее написали так, как необходимо было тем людям, которые хотят извлекать из этого выгоду. И эти люди, как вы догадываетесь, они не простые крестьяне или охотники-собиратели. Это люди, которые хотели, чтобы за них всю работу выполняли вот мы с вами. Таким образом произошло то, что мы вот получили. А как в этом разобраться? А ответ на этот вопрос, он тоже на поверхности лежит, каждый его знает. Есть наука логика, а есть юридическая наука, юриспруденция. Юриспруденция – это очень логичная наука. Она вся основана на законах, по которым существует наука именно логика. Это я не имею в виду отстраненном понятии определения разума. Нет, это не разум, это научная дисциплина, которая есть как предмет обучения и как область человеческих знаний накопленных. Потому что все события в нашей жизни подчинены одним и тем же законам. Если мы, допустим, уронили ложку на пол, она на потолок никогда не полетит, понимаете? Это закон. Законы, которые регулируют взаимоотношения между людьми, они такие же логичные. Не бывает по-другому, бывает только всегда одинаково. Если человек нажал курок, то значит он кого-то убьет обычно. По-другому не бывает. Курок не нажимают на ружье, чтобы подарить букет цветов. И юриспруденция оперирует такими понятиями, как относимость и неотносимость доказательств. Когда мы доказываем какое-то событие, допустим, один украл или не украл, мы используем факты. Например, если у нас есть кошелек, который принадлежал определенному гражданину, а теперь этот кошелек находится у другого человека, значит, у нас что могло быть? Либо человек его украл, либо второй вариант, тот человек его сам ему отдал. Ну, есть еще другие варианты, которые мы понимаем, что человек мог потерять, а другой найти, но других вариантов у нас уже нет. То есть нам остается только выяснить, а правду ли говорит тот человек, который утверждает, что это его кошелек. Вот в этом суть юриспруденции. Найти логические доказательства к этим событиям. Поэтому, когда ученые находят в могиле якобы древней принцессы какой-то там династии китайской перстень с механическими часами, встроенными в перстень, они должны пользоваться логикой и говорить, что захоронение не древнее, а современное. Потому что в древности таких перстней не существовало. Вместо того, чтобы признать молодость этого захоронения, ученые начинают сочинять сказки про путешествия во времени. Какие-то хрононавты из далекого будущего прилетели на 5000 лет назад в Китай, подарили принцессе перстень с часами, причем на циферблате указана известная швейцарская фирма. Понимаете, вот это называется мракобесие. Ни один юрист такую версию никогда бы не принял. Он сразу сказал бы ученым, вы что делаете? Так не бывает. Это идет в разрез закона. Например, такая же история обстоит с сокровищами Шлимана, так называемыми. Тут, ну, вот в первом случае, когда я про перстень говорю, да, это речь идет об относимости или неотносимости. Потому что перстень не может относиться к древней династии. А есть еще понятие допустимости и недопустимости, когда мы принимаем в качестве доказательств некие улики. Вот Шлиман, чтобы вы знали, кстати говоря, это русский человек, подданный Российской империи,
богатый купец из Петербурга. Вот он нашел якобы клад сокровища Трои и начал его всем показывать. Вот я нашел. Ладно, мы берем эти вещи. Начинаем смотреть, что он там нашел. Мы должны ответить на один вопрос. Допустимо ли в качестве улик принимать вещи, которые не могли вообще никаким образом оказаться в этом кладе? А такое есть. Например, он один из кинжалов имеет следы современной обработки металла, конкретно пайки. Пайка появилась только в 19 веке. Ранее ни одного колчана или ножен для кинжала со следами пайки не существовало. Значит, эта улика не может приниматься как вещественное доказательство в суде. Это проистекает из закона логики. Поэтому мы должны относиться ко всем источникам именно с позиции юриспруденции. Когда кто-то пишет на заборе определенное слово, это не значит, что это все так. Потому что это слово мог написать кто угодно. Например, мы знаем хорошо фотографию времен войны, когда победа в Берлине, наши солдаты празднуют окончание войны, и сфотографирован солдат у стены Рейхстага, на котором есть надпись «Мы из Брянска». Значит ли это, что пацаны из Брянска построили Рейхстаг? Нет, это всем очевидно. То есть парни, наши герои из Брянска пришли в Германию, чтобы закончить эту войну. И оставили там свою надпись. Но они Рейхстаг не строили. А наши ученые зачастую вот идут против логики и какую-то незначительную надпись принимают в качестве доказательств, что это принадлежало тому-то и тому-то. Я вот в последней особенной экспедиции очень много собрал материала по фальсификации древних надгробий. В Крыму, на Тамане делали мраморные надгробия, ну античные их называют, которые сделаны изумительно точно, красиво, но настолько, что глаз радуется. Но почему-то на этих изумительных надгробиях с рисунком, с орнаментом, с барельефами надписи, как будто бы пьяный мужик царапал гвоздем. Почему эти надписи, которые сделаны, очевидно, совсем недавно, принимаются в качестве доказательства, что это надгробие античное? В античности делали по-другому. Там надписи, если делали, они делали одинаково с орнаментом. А здесь орнамент один, надпись совсем другая. Значит, мы это не можем принимать в качестве аргументов при защите какой-то теории исторической. И если использовать все эти базовые принципы для оценки доказательств о существовании Тартарии, то мы приходим к удивительнейшему открытию. Оказывается, ничего, в принципе, от нас никто не скрывал. Мы в любой библиотеке найдем массу документов, которые не содержат следов подделок, которые напрямую нам рассказывают, повествуют об этой стране. Одной большой стране, которая была на всем континенте. К сожалению, мы не знаем более ранних свидетельств, когда эта страна только появилась. Мы знаем чуть-чуть более поздние свидетельства, когда были указаны географические координаты. Есть такая книжка, она есть, я уверен, и в ваших библиотеках тоже. И в Таллине, и в Тарту наверняка оригиналы издания 19 века Уильяма Гутри, можете записать себе это имя, в котором Тартария, Великая Тартария описана досконально. Указаны выше, ну, самая крайняя северная точка, самая крайняя южная точка, самая крайняя восточная и самая крайняя западная. Согласно этих сведений, получается, что Афанасий Фет, когда писал свое стихотворение о России, что ты от северных морей до Индийского океана, он не сочинял, он не выдумал. Оказывается, да, действительно была такая страна. Она начиналась на американском континенте,
который был отделен от Асии всего-навсего небольшой речкой, это Берингов пролив, и заканчивалась на западе она по реке Дунай. Но это было написано в 19 веке, и это было написано о предыдущем веке, 18. Потому что изначально Великая Тарталья простиралась реально от Северной Америки до Британских островов. Это все было одна большая страна. О причинах, по которым западная часть этой империи отделилась и начала пытаться существовать самостоятельно, я уже упоминал, потому что некоторым не хочется платить налоги, хочется самостоятельности. А простые люди, если они знают правду, они никогда на это не пойдут. Потому что простые люди, они обычно порядочные. Тогда простым людям в голову вкладываются новые знания, новые отношения. Навязывается образ врага о том, что на Востоке там живут ужасные люди, которые вообще не люди, а звери. Это Гога и Магога. Знаете, да, легенду о Джудже-Маджудже, или Гог и Магог. И почему-то на всех картах раньше это не было ничем мифическим, а это было вполне реально. Вот фрагмент карты, если я не ошибаюсь, Сансла. Вот это вот крайне восточная оконечность нашего континента, на котором мы живем. Вот пролив, это тот пролив, который у нас сегодня Беринговым называется. А здесь начинается Америка. Знаете, можно было бы эту карту поставить под сомнение и не принимать в качестве доказательств. Но дело в том, что этих подобных карт разных времен, разных авторов существует такое великое множество, что их невозможно физически подделать вообще никому никак. Потому что эти карты есть везде. В данном случае оригиналы этих карт находятся в основном в хранилищах Соединенных Штатов Америки. Потому что после того, как произошли известные события на нашем континенте, когда прошли целая череда войн, ну, начиная от той войны, которую у нас принято называть нашествием Наполеона, и заканчивая Второй мировой войной, в это время нас только грабили, грабили и грабили. И документы ценные вывозились и оказывались в основном в Лондоне, Ватикане и в университетах США. И оригиналы этих карт, реально, они сейчас оцифрованы, каждый может зайти на публичные сайты университетов Бостона, университетов, Ельского университета не скажу, но целый ряд учебных заведений, музеев США, они в открытом доступе, пожалуйста, посмотрите, изучайте, это все есть. Но есть еще очень хороший сайт, который, владелец которого Дэвид Рамзи, можете тоже записать на всякий случай, в хорошем качестве. То есть он на оцифровку бумажных ресурсов тратит колоссальные средства. Этот человек, я не сомневаюсь в том, что он честный и очень порядочный. Он сам ищет правду, он хочет докопаться до того, что же это было на самом деле. И все свои миллионы, даже миллиарды тратит не на развлечения, не на яхты, там, не на мороженое, а вот на оцифровку и хранение, вот, выкуп этих ценностей. Можете посмотреть. Вы представляете, что это сейчас совершенно дикая земля. Там сейчас тундра, снега, жить очень тяжело. Это территория Чукотки. И вот здесь, на территории Чукотки, на которой, казалось бы, ничего не должно было быть, мы видим провинции Гог. Понимаете? То есть это земля Гога и Магога. Здесь мы видим реку, которая называется Тартар. И здесь мы видим город под названием Тартар. Для всех людей, для всего мира. Тартар – это синоним ада, который подземное царство, провалился под землю. Так вот, если эти карты наложить на современные карты, то очень легко будет убедиться в том, что вот эта часть сейчас находится на дне Восточно-Сибирского моря. По сути дела, она действительно провалилась. Тартар, он просто-напросто ушел под воду. Это Восточно-Сибирское море, Колымский залив. Там сейчас находятся вот это вот остатки этого города. Здесь мы видим упоминание Унга. Унг – это
очень известный персонаж. Это тот, о ком я уже упоминал. Это Иоанн Пресвитер. Не сам, вернее, это его брат. У царя Ивана Великого был родной брат, которого звали Гог или Жор. Он же Унг, он же Егорий. Понимаете, это вот игра слов. Но это все об одном и том же. И здесь же мы понимаем, откуда взялись тартары и, вернее, татары, монголы. Потому что эти люди, которые жили вот здесь в провинции Магог, они себя называли магулы. Их соседние народы называли мунгалы, моголы, еще по разные вариации, но они сами себя называли могулами. На каком точно языке они говорили, нам сегодня уже установить невозможно. Но мы знаем, что этот язык был для нас всех общим когда-то. То есть наши, мои предки, ваши вот все наши предки, они все знали тот язык. Отсюда произошло огромное количество слов современных. Например, в русском языке слово «могучий». Это только потому, что вот этих могулов путешественники описывают как высоких, светловолосых, голубоглазых людей богатырского сложения, очень сильных. Вот они могулы, они могучие, понимаете? Вы, наверное, очень удивитесь. На этой территории до сих пор сохранились остатки языка могулов. Как по-эстонски «мама»? А по-якутски? Так же. В якутском языке современном огромное количество слов, которые начинаются на букву «ы». Это язык рекордсмен после эстонского по количеству использования букв «ы» и «э». Поэтому я вам просто настоятельно рекомендую, если есть такая возможность, если есть свободное время, начать искать параллели. Потому что я уверен в том, что в том северном языке очень много слов сохранилось, таких же, как сохранил эстонский язык. Потому что эстонский язык сохранил такие слова, как татар, вот я уже говорил, а еще такие слова, как ям, потому что это исконно русское слово. У нас ямщики. Это кто? Это, по сути дела, современный дальнобойщик. Ямщик – это тот, кто работал в яме. На Руси, в Тартарии, ямы были такими станциями, как мы сегодня их называем, логистическими центрами, почтовыми. Ямщик был лицом казенным, то есть он получал жалование из государственной казны и занимался перевозкой почты, грузов и пассажиров по всей территории Большой империи. Все ямы были связаны между друг с другом прямоезжими дорогами. Дороги строились прямыми, и по приказу существуют сведения о том, что именно хан Кубилай сохранил, он первым издал указ о том, чтобы высаживать быстрорастущие тополя вдоль дорог, чтобы зимой ямщики могли не заблудиться в пути, если снегом там заметет. То есть уже дорожная сеть существовала, ямы существовали. А ям – это что такое? Это станция, на которой, во-первых, нам можно сменить лошадей, это значит конюшни. Конюшням что полагается? Коновал или ветеринар. Обязательно кузнец, чтобы подковывать лошадей. Обязательно конюхи должны быть. А потом на ямах должны быть складские помещения, терминалы, где хранится почта, товары. А пассажиры как? Пассажиры тоже могли ждать несколько суток, пока придет в нужном направлении карета почтовая, ямская, где ямщик едет между ямами. Им надо было жить. А жить – это обязательно номера, гостиницы, обязательно трактир, где нужно, где покушать, баня, лекарь должен быть. И получается небольшой такой городок с обслуживающим персоналом человек 500, а может быть и больше. Кто-то же должен к кузнецу привозить дрова, кто-то должен эти дрова пережигать на уголь, кто-то должен руду привозить к кузнецу, кузнец сам-то не может. Значит, у него
На одного кузнеца 20 человек еще рабочих. И все это жили в одном месте. А у них еще семьи. Вот это ям. Это реально, вот по нашим понятиям, это ям — это крупный таможенно-логистический центр. Это не то, что вам говорят. Это вот наш этот патриарх Кирилл, он имел неосторожность сказать, что славяне — это же люди второго сорта, которые жили в ямах. Да, в ямах жили, в ямах. Но ям — это не яма в земле, а яма — то, что у вас в эстонском языке сохранилось до сих пор. У вас автобусная станция называется Бусс-Ям, аэропорт Ленну-Ям. Все, на поверхности. Не надо же ничего искать, не надо ничего придумывать. Все есть.